Все новости 9 марта 2018 года, 15 часов 36 минут. Футбол РФ ПЛ. Защитник турецкого клуба Касымпаша Кенет Амируа, права на которого принадлежат лондонскому Челси, может перебраться в один из российских клубов. Агент нигерийца Фими Адебайо подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака» и «Зенита». Амируа должен был переехать в Россию зимой, но из-за правил в чемпионате страны трансфер сорвался. «Мы контактировали со «Спартаком» и «Зенитом». Также Кенетом интересовались многие большие клубы. Переговоры возобновятся летом», цитирует Адебайо Комплти Спортс Нигерия. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 20 матчей в турецкой суперлиге. «Парейдос» прибыл в расположение «Зенита». Источник Комплти Спортс Нигерия сообщить об ошибке. Комментарии 09 марта 2018 года.